полиции и переходных положений, то если наш сотрудник проходит отбор и его будет зачислено в эту службу, в новую патрульную полицию, то его звание будет сохранено. По крайней мере, то, на тот момент, которое было, поэтому они все останутся со своими званиями. Было 7%, называлась цифра? 8. 8? Да, сейчас около 8% было подано заявление сотрудниками милиции.